Российские пилоты пролетели на вертолете половину земного шара. Сибирскую тайгу, Тихий океан и пустыни Аравии. Наша съемочная группа встретилась с экстремалами в привычной для них обстановке, а именно в небе. Вот обычная высота полета, вот она примерно вот такая, там 150-200 метров, позволяет все подробно увидеть. То, чего нельзя сделать там, на большом самолете. Игорь Рудой был среди тех 4 смельчаков, которые на небольших вертолетах пролетели 50 тысяч километров. До Новой Зеландии они добрались всего за 2,5 месяца. Участники экспедиции проводили за штурвалом по 10 часов в день, по очереди. Остановки делали только для ночевок в новых странах. Как-то вот так летел экипаж из 2 человек. Из провизии были в основном бутерброды и сухофрукты, все, что можно довезти. И, как рассказывают путешественники, очень было много с собой одежды. Чуть ли не по 100 футболок для каждого человека. Почти половину пути россияне провели над Тихим океаном. Уверенности им придавал мощный двигатель. Пилот поясняет, вертолеты оборудованы газотурбинным мотором. Собственно, сердце и фишка этого вертолета – двигатель Rolls-Royce. Ни много ни мало, настоящий Rolls-Royce. Вот этот мотор работает на керосине. Участники экспедиции пролетели не только над существующими государствами. Экипаж побывал в Средиземье, стране, которую выдумал английский писатель Толкин, автор фэнтези-истории о хоббитах. Там снимался фильм. Новая Зеландия была разворотным нашим маршрутом, то есть мы летели в Новую Зеландию и потом возвращались из нее. И наше путешествие было согласно вот этой книге про хоббитов названо «Путешествие туда и обратно». Туда-обратно. И поэтому мы себя стали называть хоббитами. По дороге туда и обратно наших пилотов-хоббитов техника не подвела ни разу. Проблем с пересечением границ также не возникло. Визы и другие разрешительные документы были готовы за несколько месяцев до вылета. Правда, в Саудовской Аравии россиянам пришлось переодеться. Местные правила запрещают работать в обычной одежде. Поэтому была придумана легенда, что мы являемся летчиками, которые перегоняют 2 вертолета. Купили форму гражданского пилота, ну, черные брюки, белая рубашка, погоны, красивая фуражка, вот. Попозировали, своим женам отправили фотографии, готовы, красавчики. Почти таким же составом в 2013 году они совершили кругосветное путешествие. Свою следующую цель на карте члены экипажа пока не называют, планируют отдохнуть. Александр Курылев задумывается о покупке небольшого самолета, чтобы отправиться в путь уже вместе со своей семьей. Игорь Рудой в ближайшие месяцы будет обучать начинающих пилотов. Лилия Шарафутдинова, Дарья Васильцева, Виталий Шкурин. Life News.